В районном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие военнослужащие воинских частей, расположенных в районе, делегации городских и сельских поселений, депутаты, представители общественности, ветераны, молодежь. Сегодня мы чествуем тех, кто с оружием в руках защищал и защищает нашу Родину. Сегодня мы отдаем дань уважения нашей армии и флоту. Сегодня мы вспоминаем о тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Сегодня мы низко кланяемся тем, кто нам подарил жизнь. 70 лет наша страна живет и существует мирно. Минуты молчания собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В этом году День защитника Отечества проходит под знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ветеранам, присутствующим на празднике, исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов вручил юбилейные медали со словами благодарности за мирное небо, доставшееся нам, ныне живущим. Наилучшие пожелания ветеранам и всем защитникам Отечества высказали и заместитель председателя Совета депутатов Ленинского района Валерий Нефантьев, и начальник военного комиссариата Виктор Кочергин. Творческие коллективы и исполнители, дипломанты 14-го районного фестиваля патриотической песни выступили с концертной программой, подарив всем прекрасное настроение. Людмила Медведева, Константин Брылов, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».